В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Андрей Иванов, проверил ход модернизации котельной номер 2 на улице Северной в Одинцово. Она была построена еще в 1964 году и на данный момент морально устарела. В начале осени на объекте стартовали работы по созданию дополнительных мощностей. К майским праздникам они должны быть завершены. Как рассказал секретарь, объект обеспечивает теплом 43 многоквартирных дома, 11 721 жителя.